Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskyiv.com.ua. Сегодня мы посмотрим на такую погремушку. В чем ее плюс? Она на присоске, да? То есть этот вариант можно присосать, грубо говоря, к стульчику для кормления, столику для кормления. И ваш ребенок какое-то время будет ей играться. Она трещит, у нее есть сверху грызунок, пальчиковый лабиринт, то есть базовые все игрушки, которые нужны деткам, ну, есть, да, такой вариант можно рекомендовать смело от 3 месяцев, ну, и пока не надоест, будем так говорить. Неплохой вариант, ссылку я на него оставлю в описании, буду дополнительные вопросы по поводу него, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу.